Общественная горячая линия с избирателями начала работу. Специалисты готовы ответить на вопросы горожан. Горячая линия работает на базе Нотариальной палаты Самарской области с 2009 года. Количество обращений растет. Если в 2009 году поступило больше 200 звонков, в 2014 их было уже 400. Это дополнительный мостик между властью, избирательными комиссиями и избирателями. Этот мостик, так сказать, он уже зарекомендовал себя за прошедшие годы как эффективный инструмент не только контроля за выборами, но вообще диалога с гражданами. На телефоны горячей линии жители могут обращаться как по вопросам проведения выборов, так и по другим темам. Все обращения специалисты будут оформлять и направлять в письменном виде в соответствующие инстанции с требованием проверить факты и исправить конкретные нарушения. Очень много вопросов решено, касающихся благоустройства дворов, домов, осушения подвалов, очищения детских площадок от парковки автомобильной и так далее. Поэтому я думаю, что граждане уже знают, и эта тропа не зарастает народно именно вот к нашему офису Нотариальной палаты. Я думаю, что и в этом году горячая линия будет загружена, ну, по-настоящему. Одновременно мы проводим мониторинг настроения общественного мнения и, соответственно, делаем выводы о том, как реализуется наше избирательное законодательство, социальное законодательство, законодательство о политической сфере в целом. Горячая линия будет работать до 16 сентября по будням с 10 утра до 16 часов дня. 17 и 18 сентября в день выборов круглосуточно. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.